На Одесском побережье снесли несколько торговых объектов. В мэрии отмечают, что самострои были возведены без необходимых разрешительных документов. В частности, речь идет о МАФе на пляже «Дельфин», а также о кафе и других небольших инфраструктурных объектах на пляже «Чайка» на 10-й станции Большого фонтана. Напомню, на позапрошлой неделе здесь вспыхнул конфликт между группой поддержки коммунальщиков, которые прибыли на место с инспекцией, и депутатом горсовета Денисом Григорьевым, владельцем объекта. Тогда народному избраннику, а по совместительству чемпиону мира по тайскому боксу, удалось силой отстоять здание. Однако после решения исполкома коммунальщики уже не встретили сопротивления и беспрепятственно исполнили вердикт мэрии. В СМИ пишут о политическом подтексте данного сноса. Якобы это произошло из-за того, что депутат от БПП «Солидарность» перешел в оппозицию к действующей городской власти. Мы попытались связаться с Денисом Григорьевым, однако он на телефонные звонки не отвечает. Телеканал «Репортер» открыт для комментариев. Еще один пляж, который подлежит зачистке, курортный, на 14-й станции «Фонтана». Здесь в ближайшее время должны будут демонтировать кафе, деревянный настил и две будки.